как люди они делают, современные. Что ужас, они садят, что будем смотреть? И вот они сидят, три часа выбирают, что будут смотреть, потом какое-нибудь говно найдут, объедятся и скажут, какая гадость была. Шесть часов ушло. Три часа вот это, три часа на подготовку. Ужас. И вот, ну вы запланируете, хотите какое-то там кино там про то, по 50-50. Ну как, вы запланируете, вот тогда-то, такое-то кино посмотрим, все. Вы ведете календарь? Серьезный вопрос задаю. Понимаете, в чем дело? Мы сейчас должны начать вести все календарь. Это единственный способ сейчас в этом новом времени как бы упорядочиваться. Только в календарь надо вносить не только работу. Это надо вносить еще всю остальную свою деятельность тоже. Вот здесь вы будете спать. Вот как в дети. Вот дети раньше. Помните? Я не знаю. Было так. У нас в детстве. Мы говорили, вот, сейчас будем учить календарь. Это делать это. Вот здесь ты гуляешь, тут ты занимаешься, тут ты спать ложишься, тут у тебя обед, тут у тебя ужин, тут тебя и так далее, и так далее, и так далее. Вот. В противном случае вы всегда будете в телефоне себя обнаруживать.